с Александром Николаевичем в нашей детской музыкальной школе Андрей Николаевич Нестеренко. За что ему огромное спасибо. Многие... Спасибо, Андрей. Как ранее сказала Люаза Убекировна, что верным другом
помощником, советчиком Александра Николаевича была и до сих пор является его супруга Нина Михайловна Ячменцева. Мне, когда я 10 лет работал в первой школе, посчастливилось работать рядом, на самом деле, с такими выдающимися педагогами, как Нина Михайловна, Лёза Убекировна, Лаура Ибрагимовна и многие, многие другие. Друзья, в этом году эти два счастливых человека отметят 57 лет совместной жизни. Друзья, и мы искренне от отдела культуры поздравляем их. Ну что, такие жидкие аплодисменты. 57 лет совместной жизни. И пусть же к этому событию добрым подарком станет песня в исполнении народного артиста Карачаева-Черкесии Казбека Джамбаева. Заглянет, ничего за вишней не видать. Что это такое, сердцу неспокойно, и лежит дорожка одна. Что это такое, сердцу неспокойно, и лежит дорожка одна. Ромашка не твоя. Ты скажи, ромашка, любит ли хорошая моя? Ты скажи, ромашка, любит ли хорошая моя? Под окном широким, под окном высоким, вишня белоснежная цветет. Мимо этой вишни, прямо в эту хату, парень бравый свататься идет. Мимо этой вишни, прямо в эту хату, парень бравый свататься идет. Браво! Прямо в эту хату парень брал и свататься идет.